Сформировать творческое мышление, воспитать патриотизм, повысить интерес к авиации и истории родного края. Тематический конкурс детского рисунка «Наше мирное небо» в Харьковской области проходит впервые. Инициировал проект Харьковский аэроклуб имени Валентины Гризодубовой при поддержке областной администрации. Дети в районах, они не избалованы вниманием конкурсов, вниманием мероприятий, так как, скажем, дети города Харькова, это понятно. Идея, которую принесли ребята в департамент, она, безусловно, своевременна и требует поддержки. Мы, конечно, поддержали эту идею. Во-первых, она помогает детям проявить себя. Во-вторых, название конкурса «Мирное небо» говорит само за себя. Работы принимаются в двух возрастных категориях – от 6 до 9 лет, а также от 10 до 14. Учрежденный приз самой активной школе или детской творческой студии. Глава оргкомитета конкурса Анна Симоненко рассказывает, получили уже больше 200 рисунков из всех, даже самых отдаленных районов области. Мы не заявляли, что в рисунках обязательно должны присутствовать какие-то средства авиации. То есть, как видят дети, так они и рисуют. Видят по-разному. Это и красивая природа, это и какие-то совершенно фантастические вот прогулки двоих людей на фоне вот красивого неба. Это и авиация, это самолеты, вертолеты, и парашютисты. Во втором А-классе Каратичанского лицея идет занятие по изобразительному искусству. Дети рисуют мирное небо. Алина уже приготовила работу на конкурс. Изобразила красочное авиашоу. Мирное – это когда нема войны, нема дождю, грозы, або грома. Никита Грачев – сын летчика. На его рисунке – аэроклуб имени Гризодубовой. Я нарисовал самолеты, реактивные самолеты, которые летают в небе. Еще я намалевал смотровую башню и небо с лесом. Каратычанский клуб – это наш родной клуб. Все, что происходит в небе над Каратычем, мы видим очень часто. И поэтому это для нас очень близко. Очень интересная тема, поэтому дети с большой радостью откликнулись. Организаторы конкурса знакомятся с юными участниками проекта. Малыши рассказывают гостям о своей главной мечте – мирном небе над Украиной и показывают рисунки. Каждый ребенок может предоставить неограниченное количество работ в любой технике и жанре, выполнены любыми инструментами. Формат А3 или А2. Лицеист Ростислав Науменко признается, для себя рисует давно, на конкурс впервые. Я их видел именно, когда гулял, бывало, пролетали самолеты. Я их захотела изобразить. Прием конкурсных работ завершается 20 апреля. Награждение победителей пройдет 7 мая во время фестиваля авиации на аэродроме Каратыч. Лучших юных художников ждут ценные призы, а также воздушные прогулки на различных типах самолетов. Кроме того, дети смогут увидеть выступления лучших пилотов из всей Украины. Будут летать летчики Харьковского аэроклуба. Также Кировоградский аэроклуб нам присоединился, пришлет своих летчиков. Будут показывать на различных самолетах. Различные фигуры пилотажа. Вот. Парашютисты будут прыгать, показывать свое мастерство. Вот. Ну, плюс на земле будут организованы детские там аттракционы, пункты питания. Оценивать детские рисунки будет жюри, в составе которого представители органов власти, авиационных предприятий, руководители профильных высших учебных заведений и арт-галереи Харьковщины. Организаторы конкурса планируют отобрать лучшие работы и создать передвижную экспозицию. Открытие выставки запланировано ко дню защиты детей. Виктория Вашкевич, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».